Как быть востребованным на рынке труда, рассказали участникам форума «Непрерывное образование». Он прошел в Челябинске. Гостям представили программы переквалификации и доп. Обучения. Александр Захаров расскажет подробности. Век живи, век учись. Именно эта мудрость – основной лейтмотив конференции, которая проходит в Юргу. Специалисты обсуждают развитие дополнительного образования. Причем не для детей, а для взрослых. Мы должны говорить о том, что наше образование движется вперед, а не стоит стагматично на одном месте. То есть мы должны понимать, что мир меняется, меняются технологии. Наши выпускники должны понимать, что учиться надо век живи, век учись, учиться надо постоянно. Участие в форуме поддерживают представители 15 вузов. Российских, чешских, китайских, белорусских, узбекских. Специалисты обсуждают, как на развитие доп. Образования и организацию курсов переподготовки влияют современные технологии. Как успешно проводить обучение сразу на нескольких языках? Как не выпадать из социума в попытке постоянно обучаться новым знаниям? Институты обменялись накопленным опытом по каждому из вопросов. Как говорят на Востоке, значит, если вы хотите идти быстро, значит, идите один. Если вы хотите идти дальше, то идите вместе с друзьями. Результатами своей работы на форуме делятся эксперты Института дополнительного образования ЮРГУ. В этом году ему исполнилось 15 лет. Прошли программы повышения квалификации, профпереподготовки десятки тысяч специалистов, предприятий области, региона. Ну и, в общем-то, у нас были с крупных предприятий России. Специалисты проходили обучение по нашим программам. В завершении форума было принято решение отразить его результаты и основные доклады в специальном сборнике. Александр Захаров, Егор Фесюк, Ален Хачатуров, ОТВ.